Самая дорогая картина мира может оказаться фальшивкой. Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которую приобрел саудовский принц почти за полмиллиарда долларов, может оказаться подделкой. Знаменитая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданная 2 года назад за 450 миллионов долларов, может оказаться подделкой, сообщает Нью-Йорк Пост. В случае, если это окажется правдой, реальная стоимость картины составит 1200 долларов, заявил искусствовед Бен Льюис. По его словам, Национальная галерея в Лондоне сознательно ввела в заблуждение участников торгов, скрывая, что группа экспертов допускает, что картина является дубликатом. Льюис подтвердил, что мнения оценщиков разошлись при работе с картиной. Напомним, «Спаситель мира» ушел с молотка в ноябре 2017 года за 400 миллионов долларов. Итоговая сумма сделки с учетом всех комиссий, сборов и налогов составила 453 миллиона. Купил ее саудовский принц Бадир бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан аль-Сауд. В Москве из Третьяковской галереи украли картину. В 1958 году картина впервые появилась на аукционе как полотно авторства одного из мастеров школы да Винчи. Тогда она ушла с молотка за 45 фунтов. В 2011 году было установлено, что картину написал сам Леонардо. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.